Мимоза Глава первая Мимоза Когда я впервые ее увидела, она стояла на солнце во всем блеске сверкающих золотых браслетов и малинового сари с оранжевой отделкой. Своей красочной одеждой и сияющими украшениями она напоминала яркую тропическую птицу, но глаза у нее были большие, мягкие и кроткие, больше похожие на глаза лани или олененка. Мы поздоровались и с ней, и с ее отцом, высоким мужчиной, стоявшим тут же, но обращаясь к нему, мы все время чувствовали некую неясную тревогу. Его старшая дочь звездочка жила с нами, и хотя это было с его согласия, в любое время он мог потребовать ее обратно. Удивительно, как ясно встает перед глазами прошлое. Он и сейчас, как живой, стоит у меня перед глазами, статный, прямой, с четко очерченным лицом и отважными проницательными глазами, всем своим видом выражая твердую решительность. Я вижу, как Айер, миссионер мистер Окер из Теневелли приветствует его дружелюбным жестом. Пожать руку для индуса значило бы оскверниться. Я вижу, как двое мужчин неспешно пересекают гостиную, чтобы уединиться в кабинете. Такие разные, но в чем-то такие сходные по характеру. Вскоре нас со звездочкой позвали, и мы вместе уселись в гостиной, испытывающей, вглядываясь в лицо мужчин. Следующие полчаса были похожи на огненную печь. Наконец, Отец поднялся, возвышаясь над дочерью, как могущественная башня, и протянул руку, чтобы увести ее прочь. Но рука его бессильно упала. Потом та же самая сцена повторялась еще много раз. У него просто не получалось схватить дочь за руку, чтобы увести домой. «Что это такое?» Чья это сила? Однажды воскликнул он. «У меня как будто рука отсыхает». «Господь Бог земли и небес отделил эту девочку для себя», — ответили мы ему. «И хочет, чтобы она узнала его». И он склонился перед этими словами и позволил ей побыть с нами еще немного. Однако мы никак не могли уговорить его оставить с нами и младшую дочь тоже. Он знал, что по отношению к звездочке мы старательно сохраняли касту, тщательно соблюдая все обычаи и установления, потому что не имели права заставлять ее нарушать семейный закон. Для мимозы мы готовы были делать то же самое – но нет, об этом не могло быть и речи. Девочка, уже услышавшая слово о Божьей любви и всем сердцем жаждущей услышать и понять больше, настойчиво упрашивала его разрешить ей остаться. «Отец, позвольте мне побыть здесь, ну, хоть немножко, хоть самую чуточку, и сразу, я сразу вернусь». «Ты что, тоже хочешь осрамить меня?» глупая девчонка, и так уже позора не оберешься. Она продолжала умолять, и вся ее застенчивость и страх обидеть строгого отца уступили, растаяли перед одним горячим пылким желанием. «Отец, ну, пожалуйста, пожалуйста!» Но он с негодованием повернулся и, испепеляя ее гневным взглядом, посмотри на свою сестру. Я уже сказал, что позора мне и так достаточно. На мгновение все стихло. Потом мимоза залилась слезами. Вскоре настало время прощаться. Когда повозка уже отъезжала, девочка обернулась, и я увидела, как ее маленькая фигурка в пестром одеянии ярко выделяется на фоне темно-зеленых тенистых зарослей манго. Смахивая с глаз слезинки, она попыталась улыбнуться нам на прощание. Именно такой мы и вспоминали ее последние двадцать два года большие, прекрасные глаза, улыбающиеся нам сквозь слезы. А мы? Мы вернулись к обычным повседневным хлопотам, изо всех сил стараясь не унывать. Но девочка показалась нам необыкновенно умненькой. Она так прилежно, с таким очарованным видом слушала все, что мы успели ей рассказать, что в наших ушах все время звучал знакомый любящий голос. Пустите ее, приходите ко мне. Пустит ли ее теперь? Ах, если бы у нас была возможность рассказать ей побольше о том, кто любит всех детей. Да и как ей запомнить все, чему мы успели ее научить? Она же еще совсем маленькая. Но когда речь идет о Божьем Царстве, разве бывает хоть что-нибудь невозможное? Глава вторая. Палкой ее, палкой. С девочкой что-то случилось. Что с ней такое? Так говорила мать Мимозы. Она страшно сердилась. А когда она сердилась, в ее руках начинала плясать толстая палка. Вы только посмотрите на нее, она же не втерла себе в лоб ни щепотки священного пепла, — причитала она. — Что теперь скажут соседи? — вторила ей тетка. — Ну-ка, иди сюда, неблагодарная, — крикнула мать. — Иди сюда немедленно. Девочка подошла, и молча встала перед женщинами. Тогда и мать, и тетка, и старшие сестры, и прибежавшие соседки разом заговорили громким, громкими пронзительными голосами. Дом звенел от их крика. Они то беспорядочно говорили друг с другом, то снова поворачивались к мимозе и, как градом, забрасывали ее давно знакомыми поговорками и наставлениями, ее заколдовали. Вы только посмотрите, она ездила к белым людям и там выпила колдовское зелье. Конечно, заколдовали. У белых все разговоры колдовские. Да какое колдовство? Избаловали девчонку. Вот и все. Не зря говорят, испорченный ребенок слова не боится. Палкой ее надо, палкой, кроме розги, разве найдешь на нее праву? Смеснув руками, они снова заговорили все вместе на перебой. Если дитя не боится укоризненного взгляда, разве оно убоится наказующей руки? И все равно без палки не обойтись. Если деревце не сгибается в пять лет, разве согнешь его в пятьдесят? Без плетки и буйвола в плуг не запряжешь. Если волосы не приучишь к гребню, вырастут ли они густыми и ровными. Наконец, измученная молчанием дочери, а Мимоза не знала, что говорить, потому что уже сказала все, что знала. Мать отвела ее в дальнюю комнату и там, как следует, отхлестала розгами, чтобы впредь было неповадно. Мимоза тихо плакала про себя и удивленно думала, как странно все получается. Она пыталась обо всем рассказать, но родные не хотели ничего понимать. О чем она хотела им поведать? Трудно сказать, потому что говорить-то было особо нечего. Что-то произошло с ней в тот самый день, когда она услышала впервые о живом и любящем Боге, которого мы называли своим Отцом, сотворившим все в мире, даже Солнце, Луну. И звезды. Она поняла, что этот Бог любит ее, и с ней случилось что-то необыкновенное. У нас почти не было времени рассказать ей о Господе Иисусе Христе, но она каким-то образом успела увидеть великую Божью любовь, ощутить ее, не умея объяснить, что именно она чувствует, и полюбила этого любящего Бога поверила, что он тоже любит ее, хотя вообще ничего не знала о том, как он явил свою любовь во плоти. У нас просто не хватило на это времени. Шагая домой, рядом с отцом, она чувствовала повсюду вокруг себя тугой воздух, смотрела вверх на голубое небо и видела бескрайнюю синеву, простирающуюся за пределы всякой синевы. Видимый глазу. И она знала, что как воздух облегает и обвивает ее со всех сторон, так же обнимает ее любовь этого чудесного Бога. И сверху, и вокруг, и везде. Попробуйте выразить это словами, и вы почувствуете, что уплываете в безбрежные, беззвучные, безвременные моря. В тот день девочка увидела чуточку вечной Божьей любви и приняла ее всем своим отзывчивым детским сердечком. Родственники уверяли, что девочку опутали какие-то незнакомые чары. Так оно и было. Эта книга о душе, очарованной Богом. Конечно же, в тот день мы вообще не говорили с девочкой ни о священном пепле Шивы, ни о том, что она не должна больше втирать его себе в лоб. Но когда Мимо вернулась домой и утром, как заведено, ей протянули корзинку с пеплом, она отшатнулась, инстинктивно чувствуя, что больше не сможет следовать семейному обычаю пепел означал верность и преданность богу Шиве. Но теперь ее богом был не Шива, теперь у нее был другой бог, бог Любовь. Ее необъяснимый отказ сначала всполошил, а потом и разгневал всю семью. Раз в месяц отец приносил из храма корзинку с пеплом, и ее подвешивали к потолку в гостиной. Каждое утро отец с сыновьями покрывали этим пеплом лоб, руки и грудь, а мать с дочерями втирали щепотку пепла себе в лоб. Выйти из дома без этой метки считалось позорным. День или два домашние терпели ее упрямство. Но потом, когда отца более терпимого, чем все остальные, не оказалось дома, женщины решили положить конец этому безобразию. Запинаясь и путаясь в словах, Мимоза попыталась все им объяснить, но не сумела рассказать о том, что видела и слышала. Она стояла среди них без упреков и слез, принимая презрение Лишь в серьезных глазах молчаливая власть. Но эта молчаливая уверенность была слишком духовной материей, и родственники не ощутили ее. Однажды они почувствуют и поймут. В тот день они видели перед собой то ли упрямое непослушание, то ли колдовские чары, то ли и то, и другое вместе. В любом случае оставалось одно единственное средство. Если палка пляшет, обезьяне тоже придется плясать. Палка ее, палкой. И палка продолжала свою пляску. Глава третья. Я мог бы выдержать распятие, но только один раз. Так прошло несколько трудных лет. Мимоза научилась раздраженно поводить плечами и огрызаться. Ведь она не превратилась, как по волшебству, в блаженную маленькую святую. И частые, а порой и весьма жестокие побои нередко вызывали в ней совсем неблагочестивые мысли. «Как все это странно!» Если Бог, тот самый Бог, за которого она так ревностно цеплялась, и тем ревностнее, чем чаще ей попадала, если он действительно такой, как ей говорили, живой, могущественный и любящий, то почему он не запретит матери то и дело хватать мутовку и колотить ее почем зря? На этот вопрос она ответить не могла. Неужели любовь, просиявшая однажды над девочкой, совсем позабыла про нее? Любовь никогда не забывает. Постепенно и незаметно, несмотря на все невзгоды, душу ее наполнило ощущение, что она все еще любима. Она знала, хотя никогда не смогла бы объяснить, откуда, что Бог никогда не покидал и не покинет ее. Она была совсем одна. У нее не было ни одного друга, который понял бы ее. Она не знала ни сочувственного пожатия руки, ни дружеских объятий. Но в душу ее пришло утешение. Постепенно она выучилась терпеть и научилась смиренно принимать то, что посылал ей Бог. Потом мне пришло время идти в Мараеву. Это не было родительской жестокостью, просто обычай касты. Слово «Мараеву» означает «уединение», «затворничество», и обычай этот был продиктован обыкновенным страхом. Когда мусульманские завоеватели начали менять древние индусские обычаи – Индийцы решили, что молоденьким девушкам будет безопаснее жить в домашнем заточении. По сей день девочек запирают в четырех стенах как раз в то время, когда все их любопытное растущее существо превращается в один сплошной вопрос и не выпускают до тех пор, пока не придет пора выходить замуж. А ты когда-нибудь пыталась вырваться и убежать? Нет, никогда. Разве можно? По обычаю девочка должна всегда оставаться в уединении. Но как же ты выдержала? Что было делать? Только терпеть. А бывает такое, что девушки нарушают обычай? Нет, никогда, никогда, воскликнула Мимоза, решительно качнув головой, и добавила по-тамильски выразительную фразу так у нас не делают. А ведь она была таким любознательным ребенком. Творец заложил в нее деятельную, энергичную душу и вдохнул живой, непоседливый дух. Но эта неуемная пытливость не нравилась старшим, не одобряющим ученых женщин. Учеба предназначалась только для мальчиков. Мимозу Заперли в крошечных комнатушках и загрузили скучной монотонной работой. Она слышала только самые плоские повседневные, ничего не значащие разговоры, а за любопытный ум, до отказа, наполненный вопросами, к ней относились как к ненормальной. Для чего это тебе? Ты же девочка. Так проходили вялые тоскливые годы. Ей пришлось многое вытерпеть. Иногда казалось, что ветра, бушующие вокруг, вот-вот задуют эту маленькую свечку, одинокую и беззащитную. Несколько раз она поддалась на уговоры и преклонилась перед идолами. То были самые черные для нее дни. Но и тогда мимоза не оставалась одна. Любовь неотступно следовала за нею и непременно отыскивала ее. А потом на нее обрушивалось новое испытание, казавшееся еще более свирепым, потому что недавнее падение подорвало ее силы. «И если бы меня распяли только один раз, я, может быть, и выдержал бы, сказал Нисама сан из Японии свободный, сильный человек, хорошо знающий истину. Но как выдержать это ежедневное распятие? И такая вот ежедневная пытка была назначена индийской девушке, которая успела узнать о Боге лишь назначена индийской девушке, которая успела узнать о Боге лишь самую чуточку и в течение долгих лет больше ничего о нем не слышала. Только Божья любовь обладает такой удивительной смелостью. Разве может человек просить своего друга о подобной преданности? Неужели кто-нибудь, кроме самого Господа, осмелился бы после столь короткого знакомства просить человека о таком мужестве, о такой несгибаемой и неустрашимой вере? И разве могла бы она удержаться, если бы не всемогущая любовь? А ведь мы не видели еще и сотой доли того, на что способна ее могущественная сила. Глава четвертая. Я иду к Всевышнему Богу. Нет, я на этот праздник не пойду. Так сказал отец, глава семьи и всего рода. Голос его звучал решительно и твердо. И когда его дочери в самых лучших, самых ярких своих нарядах смешались с шумной толпой соседей, родственников и знакомых их касты, и вместе со всеми отправились в великий храм возле моря, чтобы попасть на один из главных праздников года, никто из них даже не подозревал, что отцу предстоит совсем другая дорога. Всю свою жизнь он верил, что Шива – это господин человеческой души, похожий на зверя, заточенного в бренном теле. Душа его принадлежала Шиве, как домашний пес принадлежит своему хозяину. Но душе мешали плотские узы, и всю свою жизнь он пытался делать только одно – день за днем ослаблять эти узы чтобы плененная душа наконец высвободилась и отправилась к своему хозяину. И вот к нему подступила великая освободительница, которая навеки вырвет душу из телесных оков. Он заглянул в лицо самой смерти. Он поклонялся в великом множестве храмов, раздавал милостыню, ежедневно втирал в лоб вибути, священный пепел покрывал им руки и грудь. Со всей тщательностью и скрупулезностью, на которой только способен смертный, он пробирался по замысловатому лабиринту своей религии, бесконечно повторяя тысячу и восемь имен своего Бога, поклоняясь всем его ипостасям, поклоняясь жене Шивы и его сыновьям, чьи изображения можно было увидеть повсюду, в придорожных святилищах и храмах. На всякий случай он приносил жертвы бесчисленным бесам. Пожалуй, не было ничего такого, чего он не сделал бы ради своей души. Кроме того, он никогда не делал того, что было запрещено – разве что уступил пустому желанию дочери звездочки, да еще разрешил двоим сыновьям вкушать христианскую пищу, чтобы дать им возможность получить образование. Теперь ему оставалось лишь подытожить свою благочестивую, набожную жизнь в одном последнем символическом обряде. Дрожа, Мимоза смотрела как мать принесла ему шкатулку со священным пеплом. «Вот, Вибути, помажь себе лоб», — сказала она. «Только по этой жирной серо-белой отметине ужасный бог смерти сможет узнать в нем ревностного почитателя Шивы». Натец молча оттолкнул от себя пепел. Он был слишком слаб для объяснений. Он лишь бессильно взмахнул рукой, отстраняя от себя шкатулку и глядя в лицо самой смерти, воскликнул ⁇ Я иду к Всевышнему Богу ⁇ и умер. Потом родные поспешили сделать все так, как требовал обычай. Индусы верят, что даже когда человек умер, душа его на какое-то время остается среди живых, и о ней можно... И нужно заботиться. Поэтому сразу же после смерти, особенно одного из родителей, семья умершего старается сделать все возможное, чтобы помочь и послужить отлетевшему духу. Вот почему все погребальные обряды, бесшумно, приходящие в дом сразу вслед за смертью, дышат такой любовью и достоинством. Тело отца тут же отнесли в маленький шалаш, наспех сооруженный во дворе, положили на соломенную подстилку, обрели и наскоро омыли водой, принесенной из ближайшей реки, священной реки с водою медного цвета, название которой дали еще греки много-много веков назад. Затем его завернули в белый муслин, а лоб руки и грудь помазали священным пеплом, от которого он отказался перед смертью. Прямо на губы ему положили рисовый шарик, а на него несколько серебряных монет. Все это делалось для того, чтобы помочь бестленному духу пройти первый этап своего долгого пути. Потом рыдающие, воющие женщины во главе с матерью Мимозы начали ходить вокруг неподвижного тела. Они скорбно воздевали руки, кулаками ударяли себя в грудь, рвали на себе распущенные, вскоченные волосы, густой массой падавшие им на плечи и на спину. Они сели на землю и, раскачиваясь назад вперед, затянули долгую песню о том, каким прекрасным, славным и сильным был их умерший брат. На эту сцену нельзя было смотреть без слез. Вот из чего сотка на горе, горе, не знающее надежды. Маленькая мимоза слышала их причитание и горевала вместе с родными но все это время ходила как в тумане и потому не могла ни петь, ни плакать. А когда отца унесли прочь, чтобы закончить печальный обряд погребальным костром, и девочка услышала, как зычно взревели морские раковины в торе оглушительному бряцанию инструментов, ей показалось, что стены всей ее жизни разом обрушились вокруг нее. Глава пятая. Парпом. Следующим важным событием жизни Мимозы стала ее свадьба. Когда она рассказывала о свадьбе, мы сидели у меня в комнате, где вдоль стены стояло несколько книжных шкафов. «Я тебе покажу, какого цвета были мои сари», — сказала Мимоза, поднимаясь и направляясь к одному из них. «У меня было одно такое», — она указала на Гарибальде Тревельяна в ярко-красном переплете, «и еще такое, Теннисон и его друзья в ярко-зеленом, и вот такое». На этот, на этот раз она показала на христианских мучеников Китая в 1900-х годах в желто-оранжевой обложке. После длительных поисков и хождения от одного шкафа к другому мы обнаружили киплинговского кима малинового цвета и жизнь лорда Кельвина, глиняно коричневого которые вполне ее удовлетворили. Еще на ней было множество украшений. Ее медное ожерелье и браслеты были самой наилучшей выделки. Об этом всем заблаговременно позаботился отец. В тот длинный, теплый день первые лучи солнца застали ее у колодца. Черные волосы были гладко расчесаны на ровный пробор и в своих многоцветных сарии, блестящих украшениях она еще больше напоминала диковинную птицу в пестром оперении. Наверное, когда она, семнадцатилетняя невеста, стояла тогда у воды, восходящее солнце с радостью освещало ее, любуясь прелестной картиной. Юная девушка возле древнего темно-серого колодца на фоне чистого бескрайнего неба. Но скоро на ухо Ошеломленные мимози начали нашептывать, что все совсем не так радужно, как кажется. У них в доме совсем не было денег. Это была правда. По наущению старшего брата, хитрого, бессовестного мошенника, ее муж обманул свою будущую тещу. Оказалось, что у него нет никакой земли. Но еще хуже было то, что он по уши завяз в долгах. В семье Мимозы было принято, что перед свадьбой жених должен преподнести невесте солидный надел земли. Жених Мимозы выполнил это условие. Правда, больше у него не было вообще ничего. Но, конечно же, мать Мимозы и знать об этом не знала. Мимоза решила поговорить с мужем. Он боготворил землю, по которой она ступала. Кстати, это ее собственное выражение. Удивительно, как соприкасаются порой языки разных народов. Когда он был с ней, она могла убедить его в чем угодно. Беда в том, что чаще всего он как нитка за иголкой ходил за старшим братом, который цепко держал его в своих руках. Однако Мимоза была женщиной решительной и не собиралась молчать. Я не смогу спокойно спать, пока мы не выплатим все долги до последнего фартинга. Но это же глупо. Почему нельзя спокойно спать? Что за муха ее укусила? Поведение Мимозы было прям-таки скандальным, а ее муж терпеть не мог скандалов и неприятных потрясений. Хотя какое-то время после свадьбы никто ничего не говорил. Соседи не забыли, что Мимоза не поклоняется привычным богам. Тут уж точно беды не миновать, пророчили они. Глядишь, из-за этого вся их семейная жизнь будет несчастливой. Парпом, говорили они, посмотрим, они причудливо складывали руки ладонями вверх, так что словами не опишешь, и размахивали ими взад и вперед, как будто отгоняя от себя неминуемое несчастье. Парпом да-да, парпом! Тогда на помощь снова пришел услужливый старший брат. Если мимозе так уж хочется расплатиться с долгами, надо сделать вот что. Пусть она продаст свой свадебный подарок на дел земли, отписанный на ее имя. Мимоза с радостью согласилась, и сделка состоялась. Добрый брат помог оформить все бумаги и неплохо на этом поживился. Но как им теперь жить без земли? Мимоза снова пошла к мужу, и ее слова прозвучали для него, как гром среди ясного неба. «Давай пойдем работать», — сказала она. В ушах у него противно зазвенело. Он ошеломленно смотрел на нее печальными, но восхищенными глазами, ибо жена его была прекрасна. Живое, энергичное личико, золотые украшения, маленькие изящные руки и ноги. Над локтями и на щиколотках у нее красовались серебряные браслеты с крошечными колокольчиками, хрустально звеневшими при каждом движении. Да она прелестная, в этом ей не откажешь. Но этот цветок у слады, его милая женушка, ведет себя совершенно не так, как все остальные. Что же делать? Даже в самом невероятном кошмаре он и представить себе не мог подобной дикости. Работать! А на что? В самом деле сказала, пойдем работать. Но он никогда в жизни ничем таким не занимался, даже и не думал о том, чтобы трудиться своими руками. Подумаешь, долги, разве у них не будет сыновей, которые потом заплатят все сполна? Проценты? Да, это досадная мысль, но ничего, пусть себе копятся. Будь как будет, надо оставить все как есть. До сих пор именно так он и поступал. Теперь же он весьма неохотно расставался с почетным и славным бременем своих долгов. Ведь разве вам неизвестно, что если у человека нет долгов, это значит, что никто ему не доверяет и не желает сужать деньгами, потому что он всего-навсего мелкая сошка, не стоящая внимания. Новое предложение жены неприятно поразило его. Лучше уж опять залезть в долги. Но он согласился. Хорошо. Они пойдут работать. Один из детьев предложил заняться торговлей. Что ж, это годится? Сидишь себе возле прилавка на базаре, в ряду со всеми остальными и ждешь покупателей. А лучше всего торговать солью легко хранить, легко взвешивать, и он согласился. Но даже для того, чтобы открыть соляную лавку, были нужны деньги, и старший брат снова с превеликой готовностью взялся ему помочь. У него возникла блестящая идея. У молодых еще остались свадебные украшения мимозы, ее преданные, за долгие годы накопленные бережливым отцом. Особенно Большое золотое ожерелье, самое ценное из всех драгоценностей. Надо все это продать и на вырученные деньги закупить соли. Ради того, чтобы начать честную жизнь, Мимоза отдала все свое имущество. Они потеряли все до последнего камешка. У брата было припасено много хитрых уловок, чтобы сокровище не вернулось к своим владельцам. И Мимоза ничего не могла сделать. У них не осталось почти ничего, что можно было бы продать. То немногое, что ей удалось сохранить, Мимоза собрала и отнесла к матери, потому что ни мужу, ни зятю уже нельзя было доверять. За это мать обещала каждый месяц давать ей немного денег. Но когда пришел назначенный срок, она отказалась выполнить свое обещание – ты же сама отдала мужу свое преданное, даже золотое ожерелье. Ты недостойная дочь и не получишь от меня никаких денег. Пусть тебе помогает твой бог». Об этом услышали соседи и многозначительно улыбнулись. «Мы же говорили, парпом». Глава шестая. «На тебя я не сержусь». Когда мимоза пошла далеко в поле, на руках она несла своего первенца, ибо удар настиг ее в час слабости. Она ничего не знала об агаре, но горе вело мимозу по ее стопам. Она увязал, увязала сына в полотняную люльку и подвесила к ветке акации. Минуту или две она легонько покачивала малыша, пока тот не заснул а потом оставила его, отошла в сторону, села и возопила Господу. Никто не учил ее молиться. Она успела услышать только одну молитву, когда перед тем, как попрощаться, мы просили Господа, чтобы Он хранил ее своей любовью. В тамильском языке есть целых четыре личных местоимения. Второго лица есть «ты», с помощью которого старшие обращаются к младшим, а начальники к подчиненным. Есть еще одно ты, немножко более почтительное. Есть ты, с помощью которого ребенок обычно обращается к отцу, и есть высокое почтительное вы, встречающееся в таких фразах, как ваша честь или ваше превосходительство. Классическая тамирская поэзия изумительно тонко чувствует вечные ценности и, говоря о божестве, всегда употребляет самое низкое «ты». Ведь все божественное превосходит убогие земные титулы и почести. Христиане обычно обращаются к Богу с помощью второй, несколько более почтительной формы того же самого Ты. Мимоза ничего не знала о классической литературе и не знала, как принято молиться среди христиан. Не задумываясь, она выбрала то слово, с которым обратилась бы к своему отцу. Она выбрала «ты». «Боже!» — сказала она вслух, и ей показалось, что ее слова поднимаются в прозрачном голубом воздухе. Боже, меня обманул муж, меня обманул зять, даже мать моя меня обманула, но ты не обманешь меня. Потом она немного помолчала, глядя вверх, и протянула к небу руки. Да, все они обманули меня, но на тебя я не сержусь. Все, что ты делаешь, хорошо. Что бы я делал без тебя? Ты даешь здоровье, силы, желание работать. А разве все это не лучше, чем богатство или людская помощь? Она снова немножко помолчала, как бы ожидая чего-то. Потом, стоя на коленях посреди поля, она взяла в руку свободный конец своего сари и расстелила его перед Господом. Наверное, когда-то Руфь точно так же держала перед воозом край своего платья, пока он насыпал ей в подол шесть мер ячменя. Так на востоке женщина выражает самую преданную любовь и смиренное ожидание, ибо он сказал: Не ходи с пустыми руками. Так и мимоза склонилась перед Господом. Ты не обманешь меня! солнце припекало ей голову, вокруг нее юные ростки хлопка изнеможенно опустили свои мягкие зеленые листочки. Но мимоза продолжала стоять на коленях, не замечая ничего, держа край сари перед своим богом. «Во мне нет ничего, одна пустота. Господи, наполни меня!» Она не знала ни одной строчки Писания, и дух не мог извлечь из ее памяти ни одного слова из главной книги на земле, чтобы этим словом обратиться к ней. Но возможности Господа бесконечны. И Мимоза вдруг вспомнила мудрые слова, сказанные когда-то отцом. Посадивший дерево, непременно польет его. Да. Бог ⁇ это небесный садовник. Если уж Он посадил деревце, разве Он не будет его поливать? Она выпустила из руки Сари и встала. Что было дальше? Может быть, как и в той древней истории, Бог открыл ей глаза. Она увидела колодец и напилась из него. Внезапно усталость ее исчезла. Она почувствовала себя бодрой, полной новых сил. Он услышал ее Бог услышал. Ей не надо бороться с жизнью в одиночку своими силами, то и дело впадая в отчаяние. У нее есть Бог. Ах, что бы я делала без тебя! Эти слова прозвучали как ликующая песня с победы! Мимоза сложила руки и слегка поклонилась, как делают все индийцы, завершая молитву этим своеобразным «Аминь». Она постояла минутку со склоненной головой, вбирая в себя сладость Божьего утешения. Потом она вернулась к дереву, где легкий ветерок покачивал ее снижку, отвязала колыбель от ветки, перекинула тонкую через плечо и зашагала домой, исполненная покоя, превосходящего всякое разумение. Глава седьмая Тулази У Мимозы появилась смелая мысль. К западу от деревни простирались хлопковые поля, когда-то принадлежавшие ее семье некоторыми из них до сих пор владели ее родственники. Она пойдет и станет работать, как обыкновенной кули, чтобы зарабатывать деньги и кормить мужа и сына. Так она и сделала. И под солнцем, и на ветру, что, кстати, гораздо труднее, она трудилась в душных двориках, куда кипами сбрасывали собранный хлопок, который нужно было чесать, и где в воздухе целыми днями носились бесчисленные пушинки, забиравшиеся в нос и горло и мешавшие дышать. Десять минут в таком дворике, и работник пулей вылетает вон, откашливаясь и отплевываясь от удушья. Мимоза же провела там целую вечность таких минут. Трудно сказать, почему она так упорно стояла на своем. Она ничего не знала о заповеди не влезать в долги. Обычаи ее страны, наоборот, склоняли человека брать взаймы. Ее муж, глава семьи, не видел ничего страшного в том, чтобы спокойно сидеть в долгах. Может, она всегда отличалась этой тонкой, деликатной щепетильностью, а может, это был отблеск небесного света, который все ветра в мире так и не смогли угасить. Что бы это ни было, оно помогло Мимозе терпеливо выдержать годы тяжкого труда, и за все это время ее руки ни разу не опускались до отчаяния. Но годы эти были наполнены страданиями. На ее голову сыпались все оскорбления и порицания, которые только может измыслить человек. Индия, какой бы доброй она ни была к своим и чужим, может очень жестоко наказывать тех, кто приступает к закону касты и нарушает обычаи. А если кто-то вдруг начинает поклоняться нездешнему богу, ему нечего искать любви и уважения среди набожных соседей, свято хранящих древние традиции. Растение тулази считается священным по всей Индии. Это небольшой неприметный кустик вроде базилика, растет он повсюду, и никто за ним не ухаживает. Некоторые считают, что его веточки пронизаны естеством бога Вишну и его жены Лакшми. И для таких людей само растение становится божеством. Другие полагают, что это Сита, жена Рамы, одна из прекраснейших женщин индийских сказаний. Кто-то утверждает, что в хрупких веточках тулази, в его благоуханных листиках, крошечных, скромных цветочках и плодах заключена, заключены все божества индийского пантеона. В своей книге Манье Уильямс убежденно заявляет, что в Индии, а значит и во всем мире, этому растению поклоняются больше, чем какому-либо другому. Он приводит на память молитву, обращенную к Тулази. О, Тулази, как я люблю тебя, корни твои святые, места паломничества, в твоем существе живут все боги, а ветви твои священные веды. Каждый день миллионы индийских женщин, которые относятся к Тулазе с особым трепетом, непременно хоть раз обходят вокруг него либо в храме, либо прямо у себя во дворе, посредине которого возвышается специальный горшочек с почитаемым растением. Они приносят к нему цветы и рисовые шарики. Считается, что бездетной женщине надо мелко порубить листочки тулази, бросить их в воду и выпить это чудотворное лекарство. А сок растения приносит исцеление от укусов змей. В деревне, где жила мимоза, тулази не столько почитали, сколько боялись. Все тамошние жители поклонялись Шиве, и хотя это растение все равно оставалось для них священным, они не боготворили его так, как поклонники вишну или рамы одного из воплощений вишну. Поэтому в тех местах тулази просто растет себе на полях, как ему вздумается. Никто не трогает его, опасаясь разгневать богов. Но и для обрядов им почти не пользуются. Так что заросли тулази становятся все больше с каждым годом. Мимоза задумчиво смотрела на пенные, благоухающие кусты. Ей надо было чем-то произвести огонь. Конечно, тоненькие веточки — не слишком подходящий растопка, но если их подсушить, то они вполне подойдут. И если их сотворил единый истинный Бог, ее живой Бог, то неужели он захочет, чтобы кисти тулази бесплодно увидали в поле? Но разводить огонь прутиками тулази «Осмелится ли кто на такое святотатство?» Мимоза осмелилась. Однажды она притащила домой огромную вязанку туази и разложила веточки во дворе, чтобы немного их подсушить. Тут же прибежали соседки, всплескивая от ужаса руками. «Кора богов постигнет тебя! Они жестоко отомстят тебе за это! Остановись! Остановись, неразумная женщина!» Не прикасайся к тулази, если сожжешь его, рассердишь богов, накликаешь на себя несчастье, навлечешь проклятие. И глаза становились все громче и пронзительнее. Мимоза неподвижно стояла среди них. Но эти боги не такие, как мой Бог. Есть один великий Бог, Всевышний, и нету богов больше него. Как могут? меньшие боги, покарать меня, если я поклоняюсь тому, кто сотворил Тулази. Это была удивительная возможность свидетельствовать об истине, в которую Мимоза верила всей своей душой. Но женщины перепугались еще больше и потому разъярились. Они перепугались за себя, а не за нее, иначе она почтила бы их их страхи и больше не прикоснулось бы к растению. Но они поносили ее не из-за из этого, не из-за того, что любили, а из-за того, что боялись, боялись мести разгневанных небожителей. Протиками Тулази Мимоза развела в очаге огонь. К удивлению соседок, сразу после этого ничего страшного не случилось. Но они опять сказали «парпом» а на мимозу каждый день сыпались презрительные оскорбления и насмешки. Глава восьмая. Майл. Маленький павлин. Ее второй сынишка был таким прелестным, что она назвала его Майлом, маленьким павлином. Индийцы, обожающие пестрые многоцветные наряды, совсем не связывает образ этой великолепной птицы с человеческим чванством и тщеславием. Так что, глядя на маленького павлина, мимоза лишь любовалась его красотой и радовалась. Еще она называла его своим золотым мальчиком, потому ничуть не преувеличивала, потому что кожу такого младенца вряд ли можно назвать просто смуглой она вся пронизана теплым светом, как лучом солнца, высвечивающим коричневые камни под водой, а глаза с длинными загнутыми ресницами, а крошечный алый ротик, так много радости сразу, и каждая приводила счастливую мать в неописуемый восторг. Что и теперь до всеобщего презрения, все это и сущие пустяки шесть блаженных месяцев она вскармливала свое маленькое сокровище, унося его с собой в поле, подвешивая к ветке дерева, время от времени отрываясь от работы и снова подходя к нему. Свежий воздух шел малышу на пользу, и с каждым днем он становился все прелестнее. Потом начался сезон дождей, и она больше не могла брать сынишку с собой. Ее первенцу, царевичу, было уже два с половиной года. Утром она наскоро хлопотала по дому, а затем подвешивала люльку Майла к потолку, привязывала к нему к ней веревку, на пол бросала подушку, ставила перед ней плошку с рисом и говорила царевичу, «Садись, сынок, сюда, вот тебе рис, кушай, когда проголодаешься, а если твой братишка заплачет, вот тебе веревка, потяни ее туда, сюда, покачай его, пока он не угомонится. Будь хорошим, послушным мальчиком, покуда я не вернусь. С тяжелым сердцем, но что еще ей было делать? Она уходила на поле и трудилась там с девяти утра до шести вечера, оставив дома двоих детей и наказав старшему сынишке, которому не было еще и трех лет, заботиться о полугодовалом малыше уставшая, вымокшая насквозь, она возвращалась домой на закате и шла прямо к своему несчастному грудничку за восемь долгих часов без езды и питья. Он совсем изнемогал от плача и голода, и мимоза нежно прижимала его к груди, роняя горькие слезы на его личика, стараясь успокоить его и дать ему все, чего он был лишен с самого утра. Так продолжалось каждый день, пока не кончились дожди. Ни один из родственников, ни одна соседка не предложила ей посидеть с детьми, пока ее нет. Но это не казалось мимозе странным. — А чего вы хотите? Я же не была настоящей индусской женщиной и не следовала великому пути. Этого объяснения было вполне достаточно. Почему кто-то должен был ей помогать? она была не такая, как они, и терпение на ее лице было похоже на вечернее спокойствие гор, когда нависающие над ними облака делают красоту долины и ущелий еще более пронзительной и глубокой. Маленький Майл так никогда и не оправился от этих долгих дней без материнской ласки и заботы. Он оставался хрупким и болезненным, как цветок, родившийся во время засухи. Каким-то чудом этот цветочек пробивается на свет сквозь раскаленную корку красной земли, но вид у него совсем не такой, как у крепкого сильного ростка, напоенного дождевой влагой. Майл был высоким, худеньким, а его большие глаза сверкали, как звезды. Он ни на минуту не отходил от матери, а когда ей надо было уходить жалобным плачем, цеплялся за ее одежду, да и она сама боялась расстаться с ним даже на час. Когда он подрос, то усаживался возле нее, пока она готовила, и часами спокойно играл, крепко зажав в ладошки край ее сари. Но он был веселым, как птенчик, и без устали распевал песенки, которые сочинял на ходу. «Мама, какой у нас сегодня рис?» – спрашивал он. Мимоза отвечала, и он тут же принимался мурлыкать себе под нос очередную песенку на придуманную им самим мелодию. «О чем ты поешь, маленький павлин?» – спрашивала она. «Пою песенку про рис», – отвечал он. Потом он подбирал три камушка, похожих на три огромных булыжника в очаге, и деловито укладывал на них какой-нибудь черепок. «Видишь, я тоже варю рис, раздуваю огонь, наливаю в горшок воды, засыпаю рис. Смотри, я варю рис и пою ему песенку». Так он играл и напевал, счастливый от того, что может слышать голос матери. «Без меня», — говорила Мимоза, — «он вообще не находил себе места. Ходить он научился не скоро. Кто-то предложил закопать его маленькие ножки в землю, как два деревца. Закопайте их поглубже, выройте две ямы по колено, поставьте его туда и потом хорошенько утрамбуйте землю. Тогда он вынужден будет стоять, глядишь, и ходить научиться поскорее. Но этот способ показался Мимозе жестоким. Из каких-то старых досок она соорудила сынишке маленькую тележку, и, держась за ее ручку, Майл научился, научился таки ходить. Глава девятая. Ваус. Майл еще не научился стоять на ногах, а у Мимозы уже появился третий сын, которому суждено было вырасти и стать настоящей радостью для своей матери и для всех вокруг. Назвали его Музыкой. Посмотришь на него сейчас. Такого чувствительного, такого чистого душою и на ум немедленно приходят слова о том, что у каждого ребенка есть свой ангел-хранитель. Но с самого младенчества его жизнь, как и у обоих его братишек, была нелегкой. После родов мать его страшно ослабла и лежала дома совсем одна. Единственными ее помощниками и сиделками были тогда царевич, которому не было еще и пяти лет, и муж, хоть и бесполезный, но все же добрый человек, как раз тогда проводивший все свое время дома. Когда новорожденному исполнилось десять дней, Мимоза подозвала к себе мужа, а тот даже не заметил, что день ото дня их скудные запасы становятся все меньше и меньше. Он передвигался по дому, как в дреме, погруженный в свои мечтания. Но Мимозе было не до мечтаний. Она точно знала, сколько рис у них осталось. К этому времени она рассчитывала оправиться и снова взяться за работу. Но даже стойкая воля, поддержавшая ее во многих трудных испытаниях, не могла противиться этой неодолимой слабости, обрушившейся на нее. «Я не могу идти в поле», — сказала она. «Но, может быть, ты сходишь в большой город у моря». Она назвала город и расскажешь моему младшему брату, как нам сейчас тяжело. Скажи ему, что я пока больна, но со временем непременно верну все, что он даст. Попроси его одолжить нам две рупии. Долг нам хватит. Она отослала мужа в город. Этот младший брат был человеком образованным, как и старший, о котором мы услышим чуть позже. Однажды, во время каникул, которые он проводил в Донавуре, он заболел, и мы выхаживали его, не отходя от постели больного, ни днем, ни ночью. Оба брата приняли крещение, но и тот, и другой, хотя и продолжали называть себя христианами, давным-давно вернулись к бесплодной шелухе пустых набожных разговоров. Мимоза все это знала. Конечно, он ни разу не заговаривал со мной о том, во что когда-то уверовал, но не мог же он все позабыть. Он непременно смилуется и поможет нам, думала она. Он получил образование за счет христиан, и теперь благодаря этому у него прекрасная работа и много денег. Неужели он пожалеет для нее две рупии? Она обязательно их вернет он же знает что на все вернет муж ушел а мимоза начала думать раньше она ни у кого ничего не просила в душе ее закралось сомнение может она совершила ошибку в дальнем конце их дома была кладовка в ней не было ни одного окна только дверь выходящая на внутреннюю веранду там мимоза хранила зерно когда у нее было что хранить Туда она уходила, чтобы помолиться и побыть в тишине вдалеке от уличного шума. Я услышала эту историю уже тогда, когда прошедшие годы несколько смягчили ее. Но когда я спросила у Мимозы, что еще было в этой кладовке, глаза ее засияли счастливой улыбкой. — Да ничего, — ответила она, — ничего, кроме пустых глиняных горшков. В тот день там не было ничего тот день. Она медленно поднялась с подстилки и побрела в кладовку, держась рукой за стену, чтобы не упасть. Она взяла с собой новорожденного малыша и позвала туда же обоих мальчиков. Они перестали играть и побежали за ней. Затем она прикрыла дверь не совсем плотно, чтобы ребятишки не испугались темноты, обняла их, прижала к себе и рассказала обо всем отцу. Она призналась, что раньше никогда не делала ничего подобного, и если ее просьба к брату останется без ответа, то она все понимает и знает, что Господь позаботится о ней как-то иначе. И все будет хорошо, отец. Что бы ты ни сделал, все будет хорошо. Муж вернулся. Тридцать миль туда, тридцать миль обратно. И все впустую потому что денег он не принес. — Нет, — ответил ему младший брат, забыв милостивые и щедрые обычаи своей страны. — Она совсем больна. Где гарантии, что она поправится и снова начнет работать, чтобы отдать мне долг? Тогда Мимоза снова взяла детишек и отправилась в кладовку. Горшки больше... Горшки побольше стояли вдоль стены на полу, Плошки поменьше были навалены в углу. «Это ничего, отец», — сказала она, — «что бы ты ни сделал, пусть так оно и будет. Но чем кормить детей?» Она помолчала минутку и сказала так, чтобы дети слышали ее. «Отец, я не верю, чтобы ты мог оставить своих малых деток без пищи, но похоже, что так и получается. Я не понимаю». Почему так происходит? Но пусть будет, как ты хочешь. Затем она вывела ребятишек из пустой кладовки и плотно закрыла дверь. Среди родных, на которых она трудилась, был один человек, связанный с ней таким же дальним родством, каким Руфь была связана с Ваузом, когда отправилась подбирать зерно к нему на поля. К тому же он был человеком добрым и справедливым, он видел, как усердно мимоза работает. Он знал, что в ее руках любая работа, спорится, трудится она честно, и ее не нужно погонять. И вот он пришел к ней в дом, спросить, когда она опять сможет вернуться к нему в работнице. Мимоза сказала, что не знает, когда у нее снова достанет силы, чтобы возвратиться на поле. Тогда пошли своего мужа, резонно ответил ей родственник, и уже собирался уходить, но заметил, каким худым и изможденным стало ее лицо, и постепенно, слово за словом, вытянул из нее всю правду. Такого быть не должно. Я этого не позволю, воскликнул он. Вернувшись к себе домой, он тут же послал ей зерна на шесть дней, и этого подарка было достаточно, чтобы ее убогий, ленивый муж устыдился и занялся таки честным трудом. Этого подарка было достаточно для того, чтобы подбодрить душу жены, увидевшей в нем любящую руку своего Бога она снова отправилась с детьми в кладовку, в которой теперь было полным-полно зерна. И ее благодарная вера озарила темную комнату с ярким небесным светом. Глава десятая. А все потому, что она сожгла тулази. Маленькому Майлу исполнилось три года, а его младший братишка пухленький, пышущий здоровьем карапуз, только-только начал знакомиться со всеми домашними закоулками, неуверенно и нетерпеливо переступая по полу своими ножками. Однажды вечером, когда мимоза была занята приготовлением к ужину, она вдруг услышала истошный крик мужа и побежала к нему на веранду. «Посмотри, посмотри скорее сюда! Мне в правую ногу, прямо в лодыжку, вонзился огромный шип!» Но никакого шипа в ноге не было. Наверное, это была змея. Змеи тоже, змеи тоже не было видно. Она ужалила человека и неслышно ускользнула в сумерки. «Змея! Змея!» В Индии это восклицание, как никакое другое, немедленно собирает толпу народа. В мгновение ока дом наполнился людьми. Они сочувственно цокли языками, задавали участливые вопросы, разглагольствовали с умным видом и пророчествовали, что в дом мимозы скоро придут смерть и погибель, это была обычная толпа, разделяющая все соседские радости и усугубляющая любую сумятицу, но во всех словах и взглядах чувствовалось подлинное сострадание, подлинная печаль. Родственники причитали вслух, женщины рвали на себе волосы, стучали себя в грудь и яростно бились головами обо всей твердой поверхности в доме. Все они уже считали мужа Мимозы мертвецом. Подстегнутый самотохой, змеиный яд добрался до мозга и вскоре укушенный катался по полу в агонии, крича, что кости его раскалываются надвое, а хор соболезнующих голосов становился все громче и усерднее. К тому времени улица тоже была полна народа, потому что половина деревни высыпала из своих домов, чтобы оплакать быстро приближающуюся смерть соседа. Посреди этой суматохи Мимоза делала все возможное, чтобы облегчить его боль, не обращая внимания на приглушенный шепоток, который змеиным шипом начал наполнять комнату это все она, это из-за нее, это она проглотила жизнь своего мужа, она, она, разве это не она сожгла от улази? Со временем всеобщее возбуждение начало угасать, потому что муж мимозы не умер, но неподвижно лежал на постели, мучаясь от дикой боли. Мимоза склонилась над несчастным и начала молиться, взывая к своему Богу, Богу богов. Она пошла в темную кладовку и там, в безмолвной мольбе, расстелила перед Господом подол своего сари. Она ухаживала за больным мужем, как только могла, ставя ему припарки из мелко нарубленной рисовой шелухи, приготавливая ему самую вкусную и любимую еду. Ее нежное, преданное сердце исполнилось благодарной радости, когда опасность смерти, наконец, миновала. Но больной ослеп и потерял рассудок. На руках у смелой маленькой женщины остался слепой и безумный муж. Глава одиннадцатая. Семена веры. Именно тогда, в час отчаянной нужды, нежданно-негаданно, к ней пришла помощь. В деревне было несколько христианских семей, но они не обращали на мимозу никакого внимания, потому что все, кроме одной, принадлежали к другой касте, да к тому же были христианами только по названию. Нам легко их осуждать и девиться такому безразличию. Но если бы они вмешались и начали помогать своей несчастной соседке, то уже не смогли бы мирно жить в этой деревне. Люди из касты Мимозы доставили бы им множество неприятностей. Только самая ревностная любовь не боится ни урядиц и ни удобств. А много ли такой любви отыщется на земле? Христианская семья, принадлежавшая к ее касте, Ничуть не скрывала, что исповедуют эту религию лишь потому, что когда-то, давно, дедушка и бабушка примкнули к христианскому пути, и теперь, почитая традиции предков, все члены семейства продолжали считать себя христианами. Но между таким христианством и простым, чистым индуизмом почти нет границы. А если когда-то она и была, то сейчас оказалась настолько размытой, что через нее можно было вполне спокойно перейти, даже не заметив этого. Таким людям знакомство с искренне верующей и просвещенной мимозой было бы совсем ни к чему. Но та самая бабушка, которая когда-то первой обратилась к Христу, была еще жива. Портрет таких, как она, раз и навсегда описан в стихотворении Фабера старый труженик. Беспамятный, убогий, давно не ходят ноги, В нем пыл любви давно остыл. Чего боялся, он забыл. Зачем он нужен Богу? Где слава, где награда в его потухшем взгляде, Как будто погруженным в сон? Неужто Богу дорог он, и в нем Христа отрада? Беспамятная, убогая, похожая скорее не на человека, а на бессмысленную вещь. Наверное, по стороннему взгляду старуха-индианка казалась именно такой, но в мимозе она явилась посланницей самого царя. Какое-то время она жила в другом месте и недавно вернулась в свою деревню, совсем дряхлая, поглупевшая, чудовищно невежественная. Она никогда не умела читать и либо давно позабыла те библейские истории, что когда-то знала, либо разучилась их рассказывать. Казалось, от нее ускользнуло даже имя Господа Иисуса Христа, и она говорила лишь о Боге так, как обычно говорят о нем индусы. Но она помнила, что имя этого Бога означало отец, и сказала об этом мимозе, для которой любое самое коротенькое словечко было крошкой хлеба жизни. «Он никогда не покинет тебя, меня он никогда не покидал, размышляй о нем, и он не оставит тебя». На небесах здесь старая индианка употребила слово, означающее «великое освобождение», «не будет боли и страданий», он возьмет тебя туда. Своими чудесами он будет показывать тебе дорогу, направлять тебя в большом и малом. Она повторила эти слова еще раз, как все старики, твой Бог ⁇ это твой Отец. Своими чудесами он будет показывать тебе дорогу, будет направлять тебя даже в самых малых и незначительных делах. Вскоре она совсем потеряла память, и никто не знал о чем она думает, но, умирая, она слышала, как поют ангелы. Мимоза получила помощь еще один раз. В ее деревне был особый дом, где христиане собирались на свое служение. В одной из его комнат громкоголосый учитель обучал детей из христианских семей. Он, нараспев, декламировал свой урок. Дети подхватывали его слова и их нестройный хор доносился до прохожих. Однажды, когда Мимоза проходила мимо, она вдруг услышала, как дети с учителем нараспев читают какой-то стих. «Не втирай себе в лоб священный пепел, не тряси перед идолами, спутанными волосами, похвала бахвалящегося, как змеиной жала» когда грядущий царь явится на землю, чтобы судить народы, он не примет никаких оправданий. Скорее всего, учитель соединил эти обрывки фраз не по значению, но из-за того, как красиво они звучали по-тамильски. Однако Мимоза ухватила их главный смысл, а остальное не имело значения пепел Шивы, спутанные свалявшиеся волосы преданного поклонника, распущенные перед богами, горделивые бахвальства, не выдерживающие пристального взгляда грядущего царя. Кстати, это имя Бога было для нее новым. Все это навело ее на неожиданную мысль. Должно быть, ее Господь снова вернется в мир. Какая поразительная новость! Все семена веры, перепавшие мимозе, можно без труда собрать в кулачке новорожденного младенца. Их можно буквально пересчитать по пальцам, так их было мало, всего девять. То, что Бог есть, что Он любит и направляет ее, что Он Бог богов и посему всемогущ, что Он слушает, когда мы молимся, что мы можем считать его своим отцом, и что посадивший деревце непременно его польет, что место великого освобождения гораздо лучше нашего мира, потому что там нет боли и страданий, и что Господь, когда-то живший на земле, вернется сюда снова. Кроме того, она услышала, что однажды в последние дни будет великий суд, на котором всякие оправдания будут бессмысленны. Но это событие казалось ей слишком далеким, и потому не занимал в ее богословии почти никакого места. О распятом Спасителе она еще ничего не знала. За те несколько минут, что она провела с нами, мы только начали рассказывать ей о нем и успели сказать лишь то, что Господь Бог любит ее. Но она уже видела его, не зная его по имени. «Кто есть Господь, чтобы я могла уверовать в него?» – спросила она. И Спаситель мира только было собрался ответить ей «Это я» который говорит с тобою, как ее подхватили и увезли прочь. Но что может помешать силе вездесущей Христовой любви? И способен ли кто измерить силу жизни в простом рисовом семени? Разрежьте ножом одно из этих семян, и вы увидите, что все будущее растение заключено в его гладкую оболочку цвета слоновой кости посмотрите, как в эту крошечную капсулу упаковано все необходимое для жизни и роста. Посмотрите, подивитесь и поклонитесь за это Богу. За годы работы в Индии нам довелось услышать и увидеть множество историй. Ни одна не пристыдила нас так, как история маленькой и хрупкой мимозы, особенно когда мы вспоминали о своих маловерных страхах за ее судьбу. И никакая другая история не возвысила нас на такие высоты поклонения, восхищения и безмолвного благоговейного восторга. Глава двенадцатая. Яркие цвета на сером фоне. Пока в жизни мимозы происходили все эти события, однажды вечером мы в Донавуре собрались вокруг полярископа, недавно приобретенного для нашего микроскопа. С помощью поляризатора, селенита и зеркальца мы с радостью пробовали всевозможные сочетания. Игольчатый кристалл цаниста платинового бария, похожий на распустившиеся павлини перья, Листочек папоротника, представший взору как сказочный рог изобилия, маленькое колючее чудо рыбей чешуйки, все это и десятки других вещиц не давали нам отойти от микроскопа, когда голубые, темно-синие и лиловые оттенки уступили место серо-голубому цвету молнии зорницы, мы решили, что фоном для него должен стать сине-фиолетовый индиго грозовой тучи, а для переливчатого опола морской раковины такого волшебного и неземного, что искать его нужно не на земле, а где-нибудь в воде или в воздухе, как нельзя лучше подходил бериловый цвет моря. Так мы сидели и экспериментировали, пока не подобрали самый подходящий фон для каждого из наших маленьких чудес. Труднее всего было добиться именно того оттенка, который хотелось получить. Помню, как мы обрадовались, отыскав безупречное сочетание пронзительного синего цвета и коричневого фона, напоминающего древесную кору. Кстати, в цвета никогда, цвета никогда не бывают плоскими, они объемные и округлые, как крохотная атмосфера. Маленькие шипы на рыбе чешуйки чешуйке превратились в сияющие трехгранные кинжалы. На их гладко полированной поверхности играли радужные отблески и ни один перламутровый оттенок не исчез, когда одна из наших девчушек, прыгая от радостного нетерпения, нечаянно сдвинула инструмент и сбила нужную настройку. Мы попытались было снова найти то безупречное сочетание, но не смогли, потому что слишком плохо знали законы света, а может в этом было виновато заходящее солнце к вечеру утратившие свои прохладные оттенки и теперь лишь багрово пламенеющие на горизонте. Как бы там ни было, пока через несколько дней мы не нашли его снова, нам казалось, что мы потеряли некое маленькое, незримое созвучие, прелестное и все время ускользающее от слуха и взора. Казалось, вот оно совсем рядом, стоит лишь на волосок повернуть колесико, но мы никак не могли его поймать. Ах, если бы мы знали законы света, если бы мы могли удержать заходящее солнце, то, конечно, сразу отыскали бы нужный оттенок. У каждого из нас есть свои маленькие тайные окна, из которых мы смотрим на великие дела мира. В тот день крохотное чистое окошечко полирископа помогло нам вглядеться в неведомые доселе миры цвета. Ах, если бы можно было взять какой-нибудь небесный полирископ и с его помощью прочесть, как, наверное, считают ангелы, смысл того или иного фона для цветов и красок нашей жизни. Правда, Тогда мы лишились бы благословений тех, кто верует даже тогда, когда не видит. Мне трудно представить себя в такой ситуации, где моя вера осталась бы без единой опоры, без помощи и поддержки, без единого слова Писания, без этих удивительных образов и наглядных картинок, но если вы хотите по-настоящему понять эту историю, а не просто прочесть ее залпом и тут же о ней позабыть, вам придется приложить к ней свой ум и воображение. Мимоза оказалась совершенно одна среди своих соотечественников. Ее очаровала красота, которую она даже не могла им показать. Вокруг нее были опаленные солнцем улицы, крохотные душные домишки, любопытные, но недружелюбные лица, тяжкая, изматывающая работа. Но рядом с ней по этим улицам все время шел тот, кого, казалось, она вот-вот должна была поймать взглядом. Она знала, все, что он делает в ее жизни, это хорошо. Разве он не всемогущ? Разве не может устроить все так, как надо? Разве он не показал ей уже тысячу раз, что любит ее, пусть даже никто другой не замечает этих чудесных тайных знамений? Неужели она сама, обыкновенная земная мать, отказала бы своему сынишке в чем-то добром и хорошем? Будучи в силах дать ему это хорошее и доброе, и он тоже никогда ей не откажет. Вот так, ступая по камням, лежащим на дне ручья, разделяющего духовное и материальное, Мимоза оказалась в таком месте, где уже ничто не могло ее поколебать. Ее не смущали странные цвета, полыхавшие на фоне ее жизни. Именно это она хотела сказать, когда, не прося о безоблачных днях, преданно смотрела на серые небеса, избитые ветром и дождем, и говорила ⁇ Я не сержусь на тебя ⁇ Она действительно не сердилась. Нет даже тогда, когда ее несчастный муж неподвижно лежал в доме, ослепший и потерявший рассудок, а соседи показывали на нее пальцем и качали головой. Мы ж говорили «парпом».